Так, всем привет! Сегодня я решил провести небольшой ремонт люстры, сейчас покажу, в чем причина. Смотрите, есть у меня вот такая люстра китайская с этим дебильным керамическим патроном. Вот тут провода идут, все нормально, вручную плафон этот открутился. И смотрим сюда. Короче, вот эта фигня, вот она. Сейчас фокусируется. В общем, патрон прокручивается. Ну, вы и сами видите, уже тут в таком состоянии, не очень. Вот эта фигня прокручивается. Я ее сейчас выкручу и, в общем, заменю на пластиковый, скорее всего. Так, ну и понятное дело, что обесточиваем всю квартиру через автоматы. Проверяем все индикаторная отвертка, что питания больше нет. И работаем диэлектрическое, вот оно у меня слева. Ну что ж, погнали. Так, ну вот, начинаем работать. Короче, смотрим вот этот патрон. Вот там шуруп, справа, слева, все, выкручиваю их нафиг и работаю дальше. Так, тут, в общем, вот такая проблема, провода не длинные, вот они торчат, в общем, смотри, вот, я открутил. Все, оторвал я эту хрень, короче, здесь были просто вот такие контакты, которые сразу в эту хрень идут, вот. Так, ну вот в магазине был вот такой патрон, чисто как в СССР, разборный. То есть здесь мы видим контакты на фазу, на ноль. И здесь, короче, раскручивается. Я прям крепко закрутил. Там просто как в розетке такие два контакта. Сейчас покажу. Вот чисто советский такой патрон. Чисто советский. Ничего тут особенного. Все, ставим сейчас. Вот это дело делаем. И все, можно... Думаю, устанавливать. Так, ну вот, я все снял, фазу пометил, она была сверху, полностью снова обесточил квартиру. Ну что ж, стрипером сейчас зачищаю вот эти контакты, потому что эти все-таки старенькие, сделаю свежие. Все, фазу креплю на центральный контакт цоколя, пипка такая, вот эта медная, посередине не идет не боковые вот эти два уса, которые там торчат, а посередине для безопасности. Так, ну все, погнали. Так, ну все, вот я прикрутил вот эту тарелочку, патрон, фазу я поставил сюда, наверх, вот о чем я говорил, вот это вот, вот, центральная, а здесь у нас минус идет. Все, дальше можно собирать и включать. Так, ну вот и все, все готово, лампочка на месте, теперь это выглядит вот так, черный патрон, по милости Божией все получилось, все работает, все отлично. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.